Игры, которые попали в следующую номинацию, не обязательно были выпущены в 2020 году. Но их разработчики регулярно радуют фанатов обновлениями и добавляют новый контент. У каждой есть армия поклонников. Узнаем, чья оказалась больше и привела к награде в нашей премии. За звание лучшей игры сервиса борются War Robots, Escape from Tarkov, World of Tanks, War Thunder, Calibur, Gardenscapes, Secret Neighbor. Как думаете, кто победил? Не будем томить, давайте посмотрим прямо сейчас, какая игра-сервис стала лучшей. Calibur! Вот он отличный пример, как завоевать любовь игроков, ценить свою аудиторию и заботиться о ней. Казалось, так мало, но ого-го, как много! Поздравляем! Спасибо.